Какую красоту Хоик выкладывает. А это вот для автомобиля, да? Это для ароматизации помещений. Ага, помещение. Это автомобиль, офис, ванная комната, прихожая. Ага. Всем привет! Многие, наверное, меня знают по предыдущему ролику. Меня зовут Аванес. Я работаю в кафе «Ширак» барменом-официантом. А вот это мое хобби, мое творчество. Зрители очень хотели еще позадавать вам вопросы, поэтому я вас и попросила о небольшом интервью или беседе. Так, интервью, наверное, громко сказано, побеседуем. Да, конечно, с удовольствием. Аванес, откуда вы, как оказались в Лазаревском? Я сам родом из Армении, Ширакской области Армении. Родился там, отец был военный, и я еще в детстве, мне было 6 лет, мы переехали в Россию. Ну и так как был отец военный, катались по разным городам. Вырос я в Сочи, в самом Сочи, в Большом Сочи, но 4 года назад решил переехать в Лазаревское, поменять, так сказать, жизнь кардинально. Тогда я познакомился с Арминой Жураевной, через знакомых, узнал, что они предоставляют работу с проживанием, что меня устраивало, потому что город для меня был незнакомый. Я переехал, мне все понравилось, все устроило. Для меня тетя Армине и ее семья, это вот стали реально моей второй семьей. Достаточно долгое время я и проживал в самом Шираке, сравнительно недавно я уже отдельно проживаю. Так я устроился. Сначала в санаторий, потом в зимний период уже работал здесь, в гостевом доме. Так начался мой путь в Лазаревское. В сфере туризма я достаточно давно работаю. И вот, получается, 4-й год я в Лазаревской, а сетчеварством начал заниматься всего 1,5 года назад. Когда мы в очередной раз приехали, в прошлом году, да, и вдруг я увидела ваши работы и была поражена. И вы тогда еще подарили мне, помните, свечу к Новому году и с надписью «Жизнь продолжается». Да, конечно. Название моего канала было очень приятно, и в то же время я поразилась. Как так, вроде бы этим вы не увлекались, и вдруг это свечеварство. Откуда оно вдруг появилось? Или вы скрывали долго-долго? Нет, я не скрывал. Все это произошло достаточно спонтанно. Чуть больше года назад, 1,5 года назад, я серьезно заболел. Были серьезные проблемы со здоровьем, несколько операций. И был период порядка 4 месяца восстановления организма после всех этих операций. И я не работал, а мы, армяне, ну, не привыкшие не работать, я понимал, что надо себя чем-то занять эти 4 месяца, потому что врачи запрещали любую трудовую деятельность. И так получилось, что у меня друг занимался свечеварством, и мы как-то в чате со всеми друзьями общались, и они говорят: «Овик, ну ты же сам по себе творческий человек, я с детства хорошо рисовал, в художественную школу ходил, я увлекался балетом, я люблю и слушаю оперу». Да, и для меня самое любимое, конечно, это ария Пуччини «Принцесса Турандот». И так получилось, что была выбрана другая профессия, я работал в сфере туризма, и как-то не получалось все равно себя реализовать в творческом плане. И вот тут, вот, получается, мысль подкинули, конечно, друзья, и я решил попробовать. А почему именно свечи? Я очень всегда любил аромат свечи, но всегда, когда покупал в магазинах, либо мне запах не нравился, либо состав мне не нравился, либо приобретаешь свечу, она вкусно пахнет, приносишь домой, зажигаешь, а пахнет пластилином, либо вообще не пахнет. И тут, когда я начал увлекаться уже, вник поглубже в эту тему, я понял, что здесь очень много интересного, здесь можно реализоваться в творческом плане и создать свечу, которая будет из натуральных компонентов, которая будет красиво выглядеть, которая будет вкусно пахнуть. И главное то, что я создаю все это с любовью, и мне это доставляет огромное удовольствие. Ну и творчество, и вкус, и стиль, чувство стиля – это все в ваших работах.
И, конечно, наверное, все-таки и Вселенная, Бог тоже мне помогает, потому что изначально, как я только начал это делать, причем в первый раз я просто купил обычные длинные свечи на парафине тогда еще, убрал фитили, растопил этот воск, добавил туда эфирные масла, залил в красивую формочку, украсил лепестками и просто выложил у себя в сторис в WhatsApp. И у меня сразу же прилетел первый заказ от моих друзей, знакомых. И вот так мой путь начался. Сначала друзья, знакомые друзей, ну а потом побольше людей обо мне узнали. И, как говорится, сарафанное радио, когда человек приобретал, ему нравилась моя продукция, мое творчество, потом обращались его знакомые. Ну и, конечно, я понимаю, что и Боженька мне помогает во всем этом, видя мой труд, мое рвение, чтобы реализоваться вот в этом во всем, в моем творчестве. Ну это здорово. А какие-то секреты у вас же есть, наверное, вы можете нам раскрыть, как получается вдруг из парафина? А вот здесь самое главное, я не пользуюсь парафином. Это был первый опыт просто попробовать сделать свечу, сам процесс, чтобы понять, как изготавливается свеча. Мои все свечи из натуральных экокомпонентов. Я не использую парафин, потому что это продукт нефтегорения. Дыхать пары парафина достаточно вредно. В некоторых странах Запада он вообще запрещен. Да. Я использую полностью натуральные компоненты. Эко-соевый воск, натуральный кокосовый воск. Я не использую химические ароматизаторы. У меня эфирные масла и отдушки, которые на основе натуральных масел. То есть моя свеча гипераллергенная, она не вызывает аллергию. Она безопасная как для детей, так и для людей в возрасте. Красители тоже все компоненты натуральные. То есть я стараюсь делать красивую, но безопасную продукцию. Это для меня самое главное. Овик, а эфирное масло – это что, как, где берете? Да, во многих свечах, помимо отдушек, я использую эфирные масла. Но по большей степени эфирные масла используются в производстве вот именно вот таких красивых ароматизаторов для дома. И также эфирные масла я пользую в аромадиффузорах. Сейчас здесь они не представлены. Это очень прекрасная вещь для ароматизации помещений на основе эфирных масел. В аромадиффузор добавляется сама основа, база, и туда я добавляю фиксатор аромата и натуральные эфирные масла. Это прекрасный способ ароматизировать свою комнату и прекрасный способ восстановить какой-то баланс в организме, так как каждое эфирное масло влияет по-разному на организм человека. Например, если вы хотите улучшить свой сон, то желательно приобретать аромадиффузор на основе эфирного масла лаванды. Это успокаивающее действие, расслабляет организм. Если, наоборот, хочется заряда бодрости, то тогда надо брать аромадиффузор с эфирным маслом бергамота. Иланг-иланг тоже успокаивает и является антидепрессантом. То есть каждое эфирное масло по-разному действует на организм. И вы тут уже должны подбирать под себя. Вот я использую эфирные масла, больше пока что европейские. Стараюсь пользоваться и отечественными, но пока что я понимаю, что наши немножечко в качестве уступают. Может быть, со временем получится полностью перейти на российские производители. Ну вот здесь, например, свечи с аффирмациями. В этой свече тоже использовано эфирное масло сандаловое. Сандал – это денежный аромат. Эта свеча создана с аффирмацией. Я ее заливал под мантру, под настоящую мантру, ну или как у нас все-таки, наверное, говорится, молитва. Чтобы было зрителям более понятно. Это вот свеча на денежный поток. Здесь используется оттенок зеленый денежный, здесь используется мантра денежная, и здесь натуральный природный денежный камень, хризонит. Хризонит. А аромат Пало Санто – это сандал, денежный аромат. Очаровательный такой. Это такая свеча с особенной энергией. Ее желательно, конечно, хранить у себя дома, в спальне, в комнате, рядом можно с прикроватной тумбочкой, чтобы сбылось ваше желание. В данном случае это денежный успех. А у вас, по-моему, целая серия вот таких деньги. Я потому что видела. Здоровье. Да, на здоровье сейчас у меня в наличии нет, уже разобрали. Ага. Там тоже используется аромат, который символизирует здоровье. Камень на здоровье, аромат, камень и оттенок. И также под мантру на здоровье. Также есть на семью и на успех.
на море внутри достаточно популярная свеча на морскую тематику. Она выглядит именно как аквариум, мини-аквариум. Многие зрители, которые у меня приобретали, увозили, до сих пор пишут в WhatsApp: «Овик, спасибо тебе, мы увезли кусочек моря домой». Говорит, это вот мини-аквариум, говорит, мы часами можем сидеть, разглядывать эту свечу. В реальности, когда вы ее берете в руки, выглядит, как будто вы просто черпанули кусочек моря, да, часть моря, и увезли с собой домой в разные края нашей большой страны. Также хотел бы показать ароматические саше. Что это такое? Аромасаше – это ароматическая плитка для ароматизации небольших пространств в доме. Она состоит из натурального соевого воска, ну, в данном случае соевый, но можно также использовать кокосовый воск. И здесь добавляются натуральные также эфирные масла. Вот это ароматическое саше вы можете положить себе в комод, повесить в шкаф, закинуть в сумочку, либо положить в ванную комнату, кто-то даже вешает в автомобиль. И у вас будет прекрасный аромат на протяжении 2-3 месяцев. Ну, это по технике изготовления. На практике, я уже давно занимаюсь, некоторые ароматы с аромасаше до полугода держат аромат. То есть вы приобрели, повесили у себя дома в шкафу, и у вас будет весь шкаф пахнуть, белье в шкафу, очень вкусными, а главное полезными, безопасными ароматами. И также она очень практичная в плане того, что даже через полгода, когда аромат выветрится, если у вас есть любимое эфирное масло, либо какие-то любимые духи, так как здесь основа натуральный воск, он очень быстро впитывает, вы просто капнули масло, либо брызнули духами, и он дальше будет уже благоухать этим ароматом, еще долго будет вас радовать. Ой, классно. Армина Журайна. Армина, ничего, что я оторвала от работы. Ну, а Ванесса у нас прям молодец, умничка. Он у нас и как в баре прям владеет со всеми этими тонкостями. Да, тонкостями. Все показывает, рассказывает красиво. Также у него руки золотые. Вот молодец. Да. Он. Я в восторге, честно. Мои зрители в восторге. Я творю чудеса с продуктами. На кухне. Да, на кухне. А Ванесса свечками, воском, это точно. Воском. Я тоже смотрю, говорю, для меня вот такой, вот то, что он делает, я даже не представляю, как он вот это все делает, честно. Я как бы очень много всего умею, да, но вот это для меня прям загадка, честно. Я вот после работы по ночам колдую, как говорится. Вот, колдовством, оказывается, я бы хотел поблагодарить тетю Армине за то, что они предоставили мне площадку, возможность на работе рассказывать о себе. Это тоже очень немаловажно, так как все больше и больше людей узнают обо мне. И она мне даже очень часто говорит, если я свечу принес, показал, и она смотрит, сама может взять там и показывать людям. Говорит, посмотрите, какую красоту Овик создает. Я говорю, тетя Армина, ну мне как-то неловко. А она говорит, нет, наоборот, чем больше людей о тебе узнает, тем больше ты будешь развиваться, тем больше красоты ты будешь создавать, поэтому большое ей и ее семье за это для спасибо. Для меня тоже очень важно, что у меня работает такой талантливый человек. Это очень редкость. И добросовестный, и талантливый, и к нам относится очень, ну, он как член нашей семьи. А правильно говорят, подобное притягивается к подобному. Всегда очень хорошие люди, творческие люди друг друга как-то притягиваются, находят. Да, я занимаюсь свечеварством, я получаю от этого удовольствие, но основную работу я тоже люблю, принимаю. Мне многие наши жильцы, которые не первый год приезжают к нам отдыхать, спрашивают, говорят, Ови, как так получается? Мы каждый день спускаемся на завтраки, ты нам с улыбкой нас встречаешь, обслуживаешь, говорят, никогда не видим тебя хмурого. Я говорю, наверное, я на своем месте, я люблю людей, мне нравится моя профессия. Ну и честно, зимой все-таки к нам приезжают люди пенсионного возраста. И у меня не было, я не помню, бабушки и дедушки ни с папиной стороны, ни с маминой. Их не стало, когда я был совсем маленький. И поэтому, наверное, вот каждая семейная пара, либо каждый пожилой человек, который у нас живет, для меня это дедушка и бабушка. Я ко всем нашим гостям отношусь как к родным людям, которые приехали к нам домой погостить. Также я отношусь как к моим родителям. Вот я на них смотрю, даже когда уже в возрасте, да, ходят вместе друг с другом, вот так держат, ручки за ручки вот держат, ходят. Я на них смотрю так прям любуюсь, прям я в восторге, как они любят друг друга, прям за ручки ходят все. Я на них смотрю и моим родителям представляю. Я говорю, Господи, дай Бог им здоровья,
долгих-долгих годов. А какие творческие люди тоже приезжают, глаза у них светятся. Владимир наш поет всегда прям настроением, таким этим прям восхищением. Душой, всей душой. И у нас очень много творческих людей. Я прям рада, что все пришли. Я могу предоставить место для мастер-класса, для каких-то знакомств. Пускай все подойдут ко мне. Мы организуем какие-то вот это все. Можно да, почему бы нет. Очень интересно, мы объявление повесим. И будет как бы интересно проходить наш зимний отпуск. А вот Людмила Мила, которая лентами тогда мастер-класс проводила, она снова здесь приехала. Да. Если помещение будет, то, мне кажется, она с удовольствием тоже организует. Отлично. Здесь можем санаторий. Хорошо. Без проблем. Здесь можем предоставить, можем комнатку. У нас в прошлом году семья отдыхала. Жена, супруга была художницей. И вот они, когда уезжали, приобрели у меня свечи. И вот сравнительно недавно Светлана, наш массажист, была в Москве, гостила у них. И она прислала мне в подарок картину со Светланой. И это тоже очень приятно, что... Как бы такой жест алаверды получается. Угу. Я отправил свечи, она прислала картину, которую сама нарисовала, она теперь у меня дома висит. Тоже очень приятно. Тоже может Петя Ванес еще сделать мастер-класс? Покажет, как свечки делать? После Нового года, у нас скоро праздник. Это удовольствие очень дорогое. Сколько надо для начала тут закупать? Обучение я проходил в онлайн формате. Есть разные пути. То есть, если можно работать достаточно на низкосортном продукте, но в этом плане я выбрал для себя другой путь. Немножко смотрю дальновидно, хочется натуральную продукцию, и чтобы люди обращались снова и снова ко мне, возвращались ко мне. Хочу еще добавить по поводу контактов, как с нами связаться. Есть телеграм-канал, называется «Свечи Смелав». В ролике будет указано. Под роликом будет указано, работающая ссылка. Но если вдруг у вас нет Telegram или не пользуетесь, мы укажем рабочий номер телефона. Так что при желании, если вам понравилось мое творчество, пишите на WhatsApp, звоните любое время, я доступен. И можно будет сделать заказ и отправить красоту к вам домой. Вы же можете показать еще свои работы в WhatsApp, да? Да, конечно. Примерно? Если есть какие-то вопросы, пишите на WhatsApp, и я вам скину папочку с моими работами, посмотрите, их очень много, и если что-то заинтересует, мы с вами свяжемся. И для подписчиков вашего канала хочу сказать, вот эта мысль у меня возникла сегодня, что по промокоду АВЕРА будет дополнительная 20% скидка. Ой, спасибо. Да. Когда будете писать на рабочий телефон, либо в Телеграм, вы укажите, что мы от Галины Аверы, и вам будет дополнительная скидка. Спасибо от моих подписчиков. Да. Здорово. Также у нас столовое питание. Делаем 10% скидка именно от Галины Аверы. Мне надо запомнить тогда, потому что рассчитываю людей я на кассе. Ну пускай подойдут и скажут, что мы от Галины Аверы. Все, будет дополнительно 10% минус. Кстати, сейчас у меня спрашивают, почему ширак? Я знаю, почему так называется. Я уже у вас спрашивала еще в первый же год. Вот для моих зрителей объясните, почему он называется ширак. Край наш, Ширакская область. В Армении. В Армении, да. Гюмри, может, все знают. Линакан, во время землетрясения мы страдали очень сильно, может, вы все знаете. Вот это вот Линакан, вот сейчас переименовали Гюмри, и вот находится в Ширакской области. Это культурная столица Армении. Да. Я тоже родом оттуда, из города Гюмри, я там родился. Да. Это культурная столица. Многие, когда у меня на кассе спрашивают, я чтобы долго не объяснять людям, особенно времени нету, я говорю, мы армянская интеллигенция. Я говорю, это армянский Санкт-Петербург.
Вот легче всего человек запомнит. А, это армянский Санкт-Петербург. Это Ширакская область, Армения, откуда родом многие вот армянские актеры. Здесь вот меню вот написали. Вот. Поставлю. Так, и... А это святое место у нас. Угу. Тоже вот святое место. Да. Это вот Ширак. Ширак, да, да, у нас да. Ширак. А стало быть и французская эта знаменитость, да? Ширак, Ширак, тоже да. Он как бы ваш сородич и земляк, правильно? Да, 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 да. Потому что во Франции там тоже же армян довольно-таки много. Армян где нет? Да. И вот здесь меню как раз да Ширак. А многие люди, которые у нас живут, либо питаются у нас, благодарят вас через меня. Говорят, если бы не Галина, мы бы никогда в жизни, говорит, из своих маленьких городков и сел не рискнули бы, говорит, собраться и приехать зимой на юг на зимовку. Говорит, это она нас сподвигла. И вообще, я считаю, многие, что мэр города должен вас отдельно поблагодарить за процветание Лазаревской. Конечно, конечно. Я приехал в 21-м году, и вот на дворе 25-й год скоро. И я вижу... Насколько много стало именно пожилых семей приезжать сюда на юг на отдых. Люди поняли, что это доступно, что это возможно. И тем более, когда есть такой гид, которому предлагают разные маршруты, они же приезжают к нам, говорят, мы сегодня поедем смотреть тюльпановое дерево. Говорит, Галина, говорит, есть ролик, мы знаем маршрут. Галина нам все показала, где рассказала. Где какие-то дапады? Да, с благодарностью относятся к вам и через нас передают это. Спасибо, что вы мне передали. Я думала, ко мне только подходит. Оказывается, через вас еще будет. Ну как же, они же все приезжают сюда благодаря вас. Приятно. А мы стараемся не подводить, Карина. Да, держим. Да, Марку Ди. Да, конечно. Армине, это здорово, скидки, да, промокод. Но у меня еще вот такой вопрос. Вернее, это не мой вопрос, а вопросы моих подписчиков, моих зрителей, которые спрашивают, а нет ли номеров подешевле или все по 25, вот как наш номер. Но я сказала, это большой номер, а есть и подешевле. Ну а за сколько именно, я не в курсе, и поэтому вот из первых уст я хочу, чтобы мои зрители услышали, есть такие номера, нет, и вообще. Галина, как бы у нас все номера... Есть ли свободные сейчас номера? До Нового года у нас сейчас освободились несколько номеров, да. Вот я могу делать скидочку за 18 тысяч рублей в месяц. Вот, до Нового года только. Ну, они по квадратуре немножко поменьше, без балкончика номера, но удобство все в номере. А этаж? Ну, у нас есть на первом этаже, на втором этаже, во втором корпусе на первом этаже, там с отоплением, пол теплый, на втором этаже с батареями. И в этом корпусе третий этаж пол с подогревом, второй этаж пол с подогревом, и выше там уже можно или кондиционером, или можно с обогревателем. В основном корпусе с третьего этажа, правильно? На втором этаже есть, на третьем, четвертом. Здесь, в этом корпусе, да. На втором этаже, да, тоже одна есть. Одна комната у меня есть. Ну, на третьем есть, на четвертом, на пятом. Да. Пускай обращается, сделаем скидочку. А вы вот к зрителям обратитесь, не ко мне, а к зрителям прям скажите, кто. Да. Собираем чемодан. Обращайтесь. Завтрашнего дня можете приехать до Нового года. У нас есть свободные номера за 18 тысяч рублей. Спасибо. Еще в столовой сделаем скидочку 10%. Так что обращайтесь к Аванессу с промокодом Галина Абера. 10% скидка на столовую. На питание. И, хорошо. Ну, как я и сказал, на мою продукцию при заказе также минус 20% по промокоду Абера. Это обязательно. И я хотел бы добавить, что с недавних пор мы объединились с другом. Я в начале ролика рассказывал, что он был одним из первых людей, который сподвиг меня заниматься свитчеварством, так как он сам свитчевар профессиональный. И мы решили с ним объединиться, создать команду и работать в команде, так как у меня достаточно плотный график основной работы, и я не успеваю очень много времени уделить. Например, соцсетями занимается он, заказами занимается он. Так что мы теперь команда и вместе создаем эту продукцию. Если вы пожелаете сделать заказ, напишите, то, так как у меня не хватает времени, именно заказами занимается он.
Мы работаем вдвоем. А как друга зовут? Никита. Они оба у нас творческие, очень интересные. Вы молодцы, честно. Я в восторге. Я очень люблю таких творческих людей, как наша Ванесса. И нам повезло с Ванессом. Именно даже здесь столовая у нас, как официант. Очень хорошо. Я был в отпуске. Рассказывайте. Я был в отпуске. Во-первых, мне писали на WhatsApp. Либо люди встречали на улице. Даже те, которые жили у нас 2 года назад, 3 года назад, подходят с благодарностью. А Ванесса, когда же вы выйдете на работу? Мы пришли в столовую, вас нет. А мне сколько раз писали, где Ванесса? Почему вы Ванессу не показываете? Вы что, даже писали, вы что, с Ванессом разругались в прошлом году? Вы его в этом году не показывали? Ну это вообще... А я просто отдыхал, взял мини-отпуск, потому что после сезона достаточно... сезон у нас график работы тяжелый, нелегкий, так скажем. И нужен был отдых, 2 недели была передышка. Ну, можно сказать, в кавычках, потому что все равно я занимался своим любимым делом, создавал свечи. А уже вышел после отпуска, и Армина, где ты был? Меня все спрашивают тебя, давай быстрее выходи на работу. И первый день, когда он вышел на работу, все спускаются, когда кушать с гостиницы. Прям как Аванес выйдет. Я прям с кухни слышала, как они прям, Аванес! Это очень-очень приятно. Спасибо всем вам. Дорогие наши гости, мы вас всегда ждем. Наши двери открыты для всех. Также я всегда готова для вас готовить всякие вкусняшки. Хинкали. Все, и хинкали, и чебуреки, и сладости всякие. Ачма, ваша любимая. Так что приходите. Я буду готовить, а наша Ванесса будет предлагать. Ждем вас в Шираке, будем рады вас видеть. И приезжайте, самое главное, со скидкой, как обещала. Также санаторий Ширак. Принимаем гостей. Там у нас уже отопление есть во всех номерах. Мы вас тоже принимаем там. 18 тысяч рублей для одного человека, 20 тысяч рублей для двоих. С подогреваемым бассейном. Да, и бассейн у нас подогреваемый. Медицинский центр также работает. Для наших проживающих скидка. Кому интересно, позвоните. Я могу соединить с моей дочкой. Амалия объяснит, что, как, чего. Так что приезжайте, мы вас ждем. Мы вас любим. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Людмила. Я живу в Омске, в Сибири. Я сюда приехала первый раз. Я была в санатории Бирза. И взяла билет чуть попозже. И приехала жить в эту гостиницу. Я прошла много гостиниц, но остановилась здесь. Прям чутье мне подсказало, что вот здесь моя душа, здесь мне хорошо. Ну отлично, а как вы о Шираке узнали, вот берете? О Шираке я узнала, потому что пошла по улице, очень много прошла гостиниц разных. И в итоге вот увидела хозяйку, очень такая женщина, прям, знаете, душа человек. Я поняла, что мой человек. И, конечно же, замечательный бармен. Здравствуйте. Вот здравствуйте, проходите. Спасибо. У нас сегодня кулинарный шедевр. Да, да, да. У вас всегда кулинарный шедевр. Вы знаете, здесь такой прием. Люди вот как родные, понимаете? Вот настолько такая атмосфера доброжелательная. Вот прям люблю. Вот, и я впервые здесь, и надеюсь, что я еще буду приезжать. Мне здесь очень понравилось. Я смотрю, что люди, которые в возрасте, они приезжают надолго, остаются, коротают вот нашу зиму, очень холодную, ледяную. Это здорово. Да, вот так что я очень довольна, очень вкусно готовят. Постоянно все время разные блюда, все такое с изюминкой, все вот это национальное, которое я даже и не пробовала никогда. Я здесь беру и восхищаюсь. Все очень вкусно и цены очень демократичные. Потому что сравнить с другими столовыми, там и все и дороже, и здесь все очень вкусно. Хозяйка готовит великолепно. Подача прекрасная, ловит вообще. Да, еще я возьму обязательно свечу. Вот, свечи, они такие ароматизированные, они не вредные, не парафин, а там находятся какие-то масла, из масла какое-то такое специфическое. Очень хочу взять с собой, взять на Новый год, радоваться, вспоминать. То есть, благодарна. Все, замечательно. Ну, надо же, спасибо. Очень приятно. Вот сегодня у нас, Галина, красивые, вкусные блюда. Здесь у нас куриные рулетики. Фаршировано с грибами, с корейской морковкой. Там у нас мясо по-французски, лобио. Здесь у нас узбекский плов. У нас также лагман. Вот любители, пожалуйста, приходите, лагманчик покушать вкусный. У нас мы готовим каждый день печень с
сметанный соус. Печень я обожаю. А вот запеканка мясная. Посмотрите, какая прелесть. Сейчас хочу возьму. Да, с мясом. Да. Очень-очень вкусно. Очень. Да, только что покушали, благодарили за очень, это. Очень-очень. Здесь у нас бульгур с грибами, с чечевицей. У нас такие гарниры у нас интересные всегда. Так что вот кто хочет, пусть приезжает такие... именно сюда. Никак, не пожалеете насколько. Во-первых, номера такие, знаете, как в хорошем отеле. Все очень достойно. Балкон прекрасный. Я когда приехала тут на балконе, пила чай, кушала, завтракала. Это... Лучше этого быть не может. Я же слезы забываю. Потому что здесь действительно здорово. Я говорю от души. Здесь вы говорите от души, и здесь душа. Да, да. Спасибо. Очень-очень рада. Очень, очень приятно. Спасибо, дорогая. Очень приятно. Первый раз здесь, и я в восторге. Пусть многие приезжают, не пожалеют ни за что. Будут сюда есть. Очень интересно. Панир, это понеска, давайте. Хлеб сами же. Наши пекарные мы сами печем, да. Да. И черный хлеб, и тонкий, да, такие. Вот у нас мимоза салатик сегодня. Очень красивый, вкусный. Капустный салат, свекольный салат. У нас еще геноцвари салатик есть, да. Салиня. Ой, ну, оливье. Это вообще красота. Да, да. Красота. Так что много всего есть. Ну, уже обед у нас практически очень многие прошли люди. Все замечательно, спасибо вам. Вам спасибо, совершенно неожиданно. Очень так... неожиданно, я везде в Москве, я здесь путешествую много, но тут прям так. А вы не сказали, как вас зовут? Меня зовут Людмила, я с города Омска. Я всегда езжу в Анапу, уже лет 6 подряд, и я всегда отдыхаю в Анапе. Но вот в связи с тем, что мне дали путевку, я оказалась здесь. То есть вы оказались в Бирюзе? В Бирюзе, да. Мне дали путевку, да, федеральную, бесплатную. Ну, я решила остаться, и прошла очень-очень долго, и уже хотела куда-то уйти. Когда я пришла сюда, я сразу рассчиталась, все, сказала, это мое. Отлично. Я живу только здесь. Только я прослушала из Орска. Омск. А, город Омск. Сибирь. Сибирь, город. Омск. Снег, у нас холодно, у нас минус 10. Вот сегодня, вот посмотрите на меня, иду в футболке. Да. Короткий рукавом и ветровка. Представляете себе? А у нас уже зима. У нас снега, у нас ели вот прямо снежные. Много-много снега на них. Ну а здесь просто сказка. Просто рай. Да. Точно. Рай это точно. Рай. Даже в Анапе сейчас холоднее, а здесь намного теплее. Не вы одна так говорите. Я уезжала, приехали море было 18 в Анапе. Угу. Приехала сюда, море 20. Ну и вот учитывая, что уже все-таки ноябрь, уже конец, уже скоро декабрь, Новый год. А здесь иду, я сейчас звоню и говорю, Катюш, а вот у нас вот завтра уезжаю, а 21 будет 20 градусов. Ты можешь себе представить, какая сказка вообще? Просто спасибо вам. Вам спасибо.